My girlfriend doesn't know who I am into. Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка. Так, я решил немножечко, я чутка еще посмотреть, какие есть концовочки в этой игре. Собственно. Так что мы с вами движемся в очередной раз дальше. Нажимаем начать. И мы с вами еще разок попытаемся... Это мы с вами видели. Это мы с вами видели. Любовное письмо, это мы помним. Это мы помним. Да что такое-то? Это мы помним, это мы помним, это мы все помним. Нам все надо это пропустить, ребята, до самого момента, потому что мы с вами смотрим сейчас другую концовку. Хочу напомнить, напомнить тебе о нас. В смысле, напомнить. Написала милаша. А, так он теперь вообще знает, что он, это она пишет. То, что он с ней знаком. Где она? Подожди-ка. Попрошу прощения. Это мы с тобой помним. Помнишь, да, мы с тобой же это помним? Юранка, ты пришел снова. Ну, конечно же, я пришел, милаша. А, так это что-то, я не пойму. У нас с тобой игра-то, что ли, продолжается, получается? Я что сделал тогда в прошлый раз-то? Пропустил все. У нас там получается игра по новой идет, как продолжение идет все время. Ну, конечно же, я пришел, милаша. Я не могу скрывать свои чувства. Ты мне нравишься, уже долго-долго нравишься. Пожалуйста, давай встречаться. Ладно, я буду с тобой встречаться, милаша. Спасибо, спасибо. Я так рада. Как всегда, я буду самой лучшей девушкой на свете. Так как-то что-то я не пойму вообще, как сюжет-то развивается в этой игре. Такое чувство, как будто как... Вот так я познакомился со своей девушкой? Да. Ты у меня спрашиваешь? Или у кого? Со своей милой девушкой? Кого он спрашивает? Чё у меня опять зеленый цвет светит? Можно я переключу его, пожалуйста? У меня на хромакее не видно мой зеленый цвет. Включите мне другие цвета радуги. Цвета радуги нам не надо, нас за такое потом следственный комитет. Цвета радуги заставит смотреть из окна, из какого-нибудь... Так, с тех пор прошло несколько недель. Милаша и я каждый день идем после школы вместе по домам. Мы хорошо с ней ладили. Я собирался позвать ее на настоящее свидание на этих выходных. Эй, Юранка, а? Во! Сейчас у нас с тобой, короче, на опять нам с тобой скажут. Ты чего стоишь с грустной миной? Постоянно ты так. И тебе доброе утро, Кис. Это моя лучшая подруга Киса. Мы, можно сказать, выросли вместе. Я пытался тебе звонить, предложить мне зайти до школы, однако твой телефон был... Юранка? Что? Ха? Ах. А что было-то? Я почувствовал, что по моим щекам что-то потекло. Странно. Почему я плачу? Слушайте, каждая новая игра, это что-то новое. Мне что-то стрёмно. Почему я плачу? Ну, давай посмотрим. Юранка. Похоже, баба влюбилась, наверное. А что, я выключил звук? Что происходит? Скрип. Пойдем. Уроки скоро начнутся. Юранка, погоди. А что случилось? Да, слушай, новый сюжет, новый поворот. Когда мы дошли до школы, Киса предложила мне свой платок. Представляешь, какая? Она даже его не осудила. Ты посмотри, какая подруга. Мы с тобой уже третью, какую, четвертую серию записываем подряд. Посмотрите, как надо учиться, как надо дружить. Девушка, даже девушка, подруга, парня, за то, что он рыдал, правда, непонятно почему, наверное, мы сейчас выясним, не осудил его за то, что он льет слезы. Вот она, дружба, понимаете? Мы с вами видим уже с которую серию, ребята. Есть чему поучиться. Кроме, конечно, основного сюжета, о чем здесь рассказано, разумеется. Подумайте обязательно об этом. Кис предложил мне свой платок. Я поблагодарил ее, но брать его не стал. Я в порядке. Не знаю, что на меня нашло. Может, что-то в глаз попало или типа того? Бывает иногда. Да, вот и все. Затем мы пошли в класс. Да, такая мелодия. Няшная, классная. Я подошел к своей парте и понял, что на ней что-то лежит. Что это? На моей парте лежал бумажный белый журавль. Под ним лежала сложная голубая бумажка. Белый журавль бумажный, это из Heavy Rain. Там такой, из тяжелого дождя, из игры был символ этой игры. Голубая бумажка. Потереть какашка.
Что написано? Подожди. О, письмецо. Ну-ка. Интересно. Может, это подруга его написала письмецо. Дорогой Юранка. Боюсь, я не умею правильно себя выражать. Поэтому лучше прими в дар это. Боюсь, так. Надеюсь, тебе понравится. Опять чувство какая-то очередная, походу, подруга ему, наверное, признается. А, не пойму, типа, что происходит. Интересно, кто это сюда положил? Почерк я не узнаю. Какой красивый журавль. Я бы подумал, что автор ошибся партой, но они ведь указали мое имя. Эй, кто-нибудь видел, кто это сюда положил? Когда я пришел, это уже лежало у тебя на парте. Ага. Я пришел сегодня рано утром, и это уже лежало у тебя на столе. Как же мне поблагодарить автора? Есть у меня одна идея. Интересно, какая у него идея. В тот день Милаш написала мне, что не сможет встретиться со мной после школы. Потому что я пошел домой один. Сейчас прикинь, какой-нибудь у нас с тобой появится еще один. Как сказать, из нашего с тобой. Я шел домой. Я шел домой по краю снегопада. С неба льется вода, значит, небу так надо. Как пелось в этой песне. Чего у меня темнеть начинает? У меня просто вебку вообще, ребят, плоховато просто видно стало. Я как бы встретился со знакомой девочкой. Ее подруга. Причем даже смотри, ее зовут. Ее подруга, даже имя не дали. Ах! Прости, ты в порядке? И ты прости, я не смотрела, куда шла. Эй, а это не с тобой Милаша последнее время проводит? Милаша никому о нас не рассказывала. Да, меня зовут Юранка. Спасибо, что о ней заботишься. Мы сначала переживали, когда узнали, что она завела себе нового друга, о котором мы не знали. Но ты не выглядишь как плохой человек. Плохой человек. Я не плохой человек. Ты в порядке? Все хорошо, я хороший человек. Не поймет, типа, что происходит. Я убежал. Походу, из-за его увлечения, да, ему сказали, что неплохой человек, а он такой, типа, какие у меня стрёмные увлечения, как я могу быть неплохим человеком. Ну, типа, ему не верится, скорее всего, так понимаю. Вечером я решил попробовать сложить журавлика сам. Нет, не пойдет. Я пытался делать все по видеоинструкции, но и так у меня не получалось. То форма не та, то вся фигура в складках. Совсем не похоже на тот, что сделали мне. Ну и как мне такое уродство дарить? Им вообще нужна благодарность от меня. От меня. Человека, которому голова болит. Последние несколько дней меня терзают головные боли. Сколько бы я таблеток не пил, лучше мне не становилось. Я решил оставить это дело и пошел спать. Ну правильно, как говорится, если что-то ты задумал, ляг, поспи, и все пройдет. А игра у нас с тобой автоматически продолжает сохраняться. Как бы это странно не звучало. Во, зевок. Я катастрофически не выспался. Надеюсь, я не буду клевать носом на уроках. Звук дождя так убаюкивает. Юранка? Чего это ты сегодня один? Киса, я не всегда вместе, знаешь ли. Это мы помним с тобой. А, пропуск можно сделать тогда, когда, короче, одинаковые появляются, так понимаю, выражения. Дай пройти, пожалуйста. Да, слушай, короче, пропуск можно делать тогда. Начал ждать урока. Все жди в класс. Все, настал черед учителя. Напаздок, киса, должно быть, проспала. Дверь оказалась открыта, зашел учитель. А, во! Я не мог избавиться от чувства, да. Милаша, обычно она сразу отвечает на мои сообщения. Но нет, не похоже, она живет одна, я переживаю. Должны были пойти. Правитель занятий, но когда она написала, так она мне ответила. Милаш, человек стеснительный, но это даже для нее было необычно. О нет. Не стоит медлить. Да, пожалуй. До встречи. Короче, они сказали, что они должны были пойти на подготовительные занятия. Вот что-то новое было, что она сказала, пойти к ее дому. Я вдруг ставился так,
Как кое-что понял. Я не знаю, где она живет. Но я уверен, что я иду куда надо. Странно, кажется, я уже был там раньше. Стоп, нет, это же не... О! Эй, Юранка! Киса? Хм, чего это ты так удивился? Но ты же ме... То есть... Ты же не пошла в школу? А, да! Прости, что не предупредила заранее. Мой отец утром упал с кровати, так что нам пришлось везти его в больницу. О нет. Как он? Он сломал ногу. Но жить будет. Мне жаль. Как так можно было упасть с кровати? У него что там, кровать 2-3 ярусная, что ли? Что с кровати упал, ногу себе сломал? Серьезно? Если я как-то могу помочь, обращайся. Спасибо, Юранка. Я сейчас за продуктами вышла, так что мне пора. До скорого. Киса помахала мне и ушла. Хорошо, что с ней все хорошо. Что ж, надо узнать, как там милаша. Ага. Вот мы с тобой наведались к ее дому. Я подошел к дому, в котором вроде бы жила милаша. Кажется, я на месте. Я позвонил в звонок. Динь-дон! Ну, тишина, как обычно у нас с тобой. Чё у меня начинается? У меня опять начинает вебка подлагивать? Все серьезно? Никто не открыл. Динь-дон! На 5 часов, как всегда, скорее всего, здесь никого не будет. Пропуск можно сделать. Милаша, я уже поднял руку, чтобы постучать в дверь. Но она уже была открыта. То есть смотри у нас того, как получается поворачивается сейчас сюжет, потому что она жива осталась. То есть у нас сейчас с тобой по-другому все будет. Мы заходим с тобой в дом. Там хотелось все вверх дом, да? Я забежал внутрь. Ага, как вовремя. Какое вовремя своевременное сохранение? Милаша? Милаша, ты тут? Весь свет был выключен, дом был словно заброшен. Как она серьезно что? Эй! Милаша! Не важно, сколько раз я пытался до нее докричаться, в ответ раздавалась лишь тишина. Но что случилось, никого рядом дома не было. Так, это мы с тобой помним. Внезапно я понял, что часть половиц выглядела немного иначе. Как-то подожди. Ага, сразу сюда зашли теперь. А кто ж там теперь на этот раз будет, интересно, валяться? Юранка. Ах. Милаша. Я зажал ноздри, ибо терпеть этот ужасный запах я не мог. Так как она живая сейчас? Кого она на этот раз-то укокошила? По всему он исходил от мусорных мешков в углу комнаты. Привет. Как тебе мой подарок? А, это она сделала подарок нам. Подарок? Ты о... Я сделал шаг назад и осмотрел комнату. Милаша, ты... Но это не могло быть правдой. Ведь киса была еще жива. Кстати говоря, да. Так у нее получается как будто бы День сурка. Помнишь? Знаешь такой фильм День сурка? Вот как будто у нее День сурка начался. То есть все повторяется заново. Он все равно все это помнит, что происходило. Хм. А с чего бы ей не быть живой? Голова болит. Милаша, мне больно. Милаша, внутри этих мешков... А кто там, кстати, реально может быть? Кто в них? Скажи мне, что происходит? Все болит. Этот запах, эта комната. Милаша, Юранка. Я разрезала этого человека на кусочки и вытащила все его органы один за другим. Какого этого? Кровь заляпала всю мою форму. Теперь я вся в мерзотных выделениях, а остатки по куска разлагаются в мусорных мешках. Ему быть очень больно. Кому ему? Ты о чем вообще, подруга? Я специально следила, чтобы он оставался в живых как можно дольше, пока разрезала его на части. Хм. Кого его-то? Поехавшая. Кого ты тут видишь? Тут только ты и я. Я посмотрел на ее работу. Вновь и вновь ты осыпаешь меня подарками. А, видишь, нас с тобой не показывают. Ну правильно, нас с тобой такого не надо показывать, потому чтобы YouTube не ругался. Юранка,
Вновь! И вновь! Это же происходит не первый раз, так ведь? Юранка, тебе не нужно ничего дарить мне в ответ. Пока со мной и ты, мои друзья и моя семья. Пока ты возвращаешься ко мне, я буду всегда счастлива. Я люблю тебя, Юранка. Вот она любовь, ребята. Вот это любовь. И на экране твой любимый герой. Да. Навеки вечные, это мы с тобой помним. Давай проведем вечность вместе. Такие, какие мы есть. Пока последний выдох не сойдет с наших уст. Это больно, милаша. Я не думал, что ты... Я люблю тебя. Я люблю тебя, Юранка. А кого? Кого грохнули-то? Я не пойму ничего, что происходит. На этот раз, что это было? Ай, опять у нас с тобой. Интересно. Наверное, третья концовка, да? Концовка номер 3, смотри, у нас с тобой идет. Что показывает? Одинокий журавль. Непонятно, короче, ничего, как всегда. Начать с того, чтобы получить остальные концовки, а у нас с тобой это еще не все, ребятушки. Ну давайте тогда уж будем добивать, так сказать, эту игру до конца. Мне прям интересно посмотреть, я прям весь во внимание, так сказать. Смотри, журавль появился. А, у нас с тобой значки не только здесь появляются, еще когда цветут, они у нас с тобой будут появляться. Там, по-моему, слушай, там, по-моему, около 10, может быть, даже концовок будет. Даже интересно будет посмотреть. Давай глянем. Ну что, на это пока что, ребятушки, все. Скоро мы с вами увидимся. Ведь не переключайтесь. Огромное количество гайдов, летсплей, все крутое сможете найти меня на канале. Будет очень классно, круто, здорово и интересно. Еще раз, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям, если еще этого не сделали. Будет очень круто, классно и интересно. Всем покедова и до новых встреч, ребятушки, не переключайтесь.